Всем привет, вот и новый ролик по вызову крипипасты. В этом ролике я расскажу, как вызвать смертоносного Илью, но перед началом этого ролика я попрошу вас подписаться на мой канал. Спасибо за внимание, ну а мы продолжаем. Вам понадобится листок, ручка или карандаш, нитки любые, свечка, зажигалка или спички. Итак, можно вызывать как днем, так и ночью. Если вы вызываете днем, то тогда в темном месте. Дома никого в это время не должно быть. Пишите на листке LMD, зажигайте свечу, берите нитки и над огнем прижигайте их чуть-чуть до черноты, не обязательно. Обязательно, чтобы вся нитка была черной. Кладите их ниже надписи, а свечу оставьте и не тушите. Произнесите такие слова 3 раза. Лью, покажись, явись передо мною. И идите в другую комнату. Закрывайте дверь, будет гораздо лучше также спрятаться. Важно делать все это в темноте. Лью будет ходить по вашему дому, а также он может бить посуду, кашлять или звать вас. Чтобы его отозвать, скажите: Лью, уходи и пропади, громко. После этого сидите в том месте еще 30 минут. Потом выходите и все, что изменилось или передвинулось, посыпьте солью. А лучше побрызгайте святой водой. Вызов опасный. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.